Собор Рождества Пресвятой Богородицы города Вологды запускает новый социальный проект «Служение доброй воли». Его тематикой стала организация добровольческой, волонтерской деятельности, нацеленной на оказание помощи людям пожилого возраста, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе находящимся на изоляции, а также многодетным семьям и беременным женщинам. В рамках проекта планируется привлечение волонтеров, обучение и организация их деятельности, оказание мер социальной поддержки прихожанам, организация занятий по повышению уровня социальной адаптации целевых групп сбора. Приглашаются принять участие все желающие заниматься волонтерской деятельностью. Руководитель проекта – отец Сергей Викин. По всем вопросам обращаться. Русских Любовь Николаевна, 8-905-298-39-59. Абатурова Алла Леонардовна, 8-911-513-35-96.